Деревня Татаренкова, улица Никитина, 1Г. Новый официальный адрес МФЦ немного сбивает с толку. По факту центр находится на проспекте Дереглазова, прямо на въезде. Наталья Петрухина вот тоже немного заблудилась в поисках филиала, но нашла и очень довольна. Женщина живет в поселке Заря, и это самый близкий МФЦ. Отлично. Отлично. Мне нравится. Пришел, очереди нет, вопросы. Вот зашел, тебе подсказали все. Вот. И нормально все с нами работает. Филиал номер 4 переехал на новое место жительства 17 июня. Главная цель – сделать госуслуги доступнее для жителей больших микрорайонов. Перечень по-прежнему внушительный – больше 160 всевозможных операций. Наиболее востребованные – относящиеся к соцподдержке. Мы готовы и рады здесь принимать молодых мам для оформления и назначения детских пособий, для постановки на очередь детские сады. Мы готовы здесь принимать всех жителей для регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним. Мы готовы для приема документов для замены водительского удостоверения, миграционной службы. Все услуги оказывают в режиме одного окна. Человеку нужно прийти в МФЦ дважды, чтобы оставить заявку и за результатом. В регионе сеть многофункциональных центров постоянно совершенствуется. Как показывает мониторинг, населением они очень востребованы. Люди уже привыкли к тем комфортным условиям, которые созданы в данных центрах. Нет никакой очереди. Время ожидания при подаче заявления у нас сегодня не более 15 минут. И это показывает статистика, и это уже показывает те информационные системы, которые внедрены в МФЦ. Сегодня на территории области 32 филиала в каждом из районов и городских округов. Кстати, кроме МФЦ на проспекте Дереглазова, новое отделение появилось на улице Энгельса. Прописку сменил и центр в Судже. Анна Пикулина, Антон Латышев, Геннадий Воробьев, телеканал «7».